Итак, здравствуйте. Господин Сергей Никитинский, Кругов, Синичников, Николай Суворов, Степан. Далее Семен Журавлев, Николай Александров, Стариков Константин, Курзов Александр. Проблему Бочарова Алексея. Лучшее время 22.77 показал Денис Журавлев и выбрался на второе место. Итак, 20 секунд до конца заезда осталось. Простите. Минута, простите, до конца заезда. Космаков уже 11 кругов проехал, далее Журавлев, 10 секунд с отставанием и Строев, отставание 15 секунд от лидера. По 11 кругов проехали лидеры по трассе.